шире, выше во всех планах этого слова. И, наверное, главное отличие тогда это масштаб. Можно выбрать только один вариант – красота или ум. И почему? Красота или ум? Такой философский вопрос, и, наверное, я отвечу на него таким образом, что красивый человек, он не может быть глупым. Умный человек не позволит себе просто быть неопрятным, небрежным. Похвали себя тремя словами. Люблю принципиальных людей. И себя отношу к таким. Требовательная и очень-очень-очень добрая. А что в себе тебе не нравится? Иногда мне не хватает силы воли, несмотря на то, что я принципиальная и требовательная. Иногда себя ругаю за это. Кем ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет? Однозначно я буду работать по своей специальности, по своему профилю. Я буду офисным работником, много бумаги, отчеты и так далее. Чего ты никогда не сделаешь? Не набью себе татуировку. Ни при каких условиях. Какой бы она изящной, привлекательной ни была, нет, никогда. Расскажи о себе то, что пока не знают твои родители. То, что я иду сейчас без головного убора. Самая красивая девушка Бурятии. Однозначно Мария Шантанова. Профессиональная модель, актриса. Она не может не заставлять восхищаться ею. И совет для телезрителей. Больше улыбайтесь, меньше ругайтесь, дорогие телезрители.